Дима, у Топтунова дачу отбирают. Кто отбирает? Ты что, дурак? Папочка, у Топтунова дачу отбирают. И правильно отбирают. Давно пора. Жульем, допустим, надо бороться. Ну почему он жулик? Человек умеет жить. Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк? Семен Васильевич, это его дело. Нет, наше.